Четверо тяжело больных детей из Донецкой и Луганской областей доставлены на лечение в Москву. Спецборд МЧС забрал маленьких пациентов, самому младшему из них всего 3 месяца, из Ростова-на-Дону. Одной девочке с онкологическим заболеванием нужна срочная операция. У других диагнозы связаны с патологией нервной системы. Всем требуется срочная высокотехнологичная медицинская помощь. Получить ее на родине возможности нет. Из аэропорта Домодедово детей на машинах скорой помощи отправили в столичные клиники.